Ребят, вот он, музей войны, до которого мы вчера не дошли. Вот так вот, меня обмануло вчера. С 9 до 19 он работает, мы могли сюда попасть бесплатно вчера еще. Ну, давайте пройдем, посмотрим, что здесь есть. Пушки, самолеты, ракетные установки. Использовался во Второй мировой войне. Небольшая такая. Это зенитка. Из 1925 года пушка. Еще одна зенитка. Ну, а это уже времен 18-19 век пушки. Кронштейн такой серьезный. 1938 года пушка. Первые танки. Мобильная пушка 1894 года, Германия. Это уже морские торпеды, глубинные мины. Гаубицы. Еще есть экспонаты, стоит вход 4 евро, детский, по-моему, бесплатный вообще. Ну и здесь вокруг очень много экспонатов, поэтому просто можно прийти бесплатно посмотреть на пушки, зенитки, торпеды, самолеты, ракеты и так далее. Напротив музея здесь есть парк, все вот гуляют. Давайте мы погуляем, походим, посмотрим, что здесь есть.
Короче, здесь мы все посмотрели. Хочется посмотреть порт еще. Давайте съездим на метро. Это у нас зеленая ветка будет. Она идет как раз-таки до порт, до порта. Посмотрим, что там в порту. Вот так. Очень интересно. Вот синяя ветка. Сейчас мы на ней до нее доедем на станцию Тисо. И там сделаем пересадку на зеленую ветку. И вот смотрите, опять-таки станция метро. И сразу же здесь археологический слой. То, что они нашли. Вот нашли трубу. И так ее прямо и поставили. А здесь уже кладка дома. Труба вот сюда в дом шла, судя по всему. И вот трубы они еще нашли. Ну что, ребят, добрался до порта. Поезд уже идет по открытой местности. Не в метро, а на поверхности. И тут уже открываются пейзажи города, всяких археологических раскопок. Рекомендую тоже прокатиться на метро до порта, посмотреть. Потому что совсем другой центр, шумный такой, движение большое, грязно. А здесь на окраине уже так, тишина, спокойствие, никого нет, движуха такая спокойная вообще. Смотрите, вот я на станции, где находится стадион. У них еще, видите, прикольно, на некоторых станциях нету турникетов, можно спокойно выйти, а на некоторых надо прикладывать карточку обязательно. Переходим дорогу через мост. Здесь у нас стадион, вернее, футбольное поле и парк. И вот там вот где-то должно быть порт, море. Здесь стадион находится еще, вот смотрите. Чувствую запах моря. Ну и вот мы уже почти добрались с вами. Ну и главный вопрос, есть ли здесь порт, можно ли здесь купаться. Пахнет солью. Ребята рыбу ловят, вот там детки, кто-то там с ребенком. Здесь ловят рыбу, здесь есть небольшой пляж. Вот мы гуляем на Монастырике, станция метро. Здесь очень много всяких магазинов, кафе, таверн. Вот смотрите, улочки, такие развилки. Впереди у нас парламент, и от него расходятся торговые улочки. Здесь много магазинов. Вы можете сделать шопинг Манго, Зара, H&M и так далее. Thank you.
багаж, выдвигаемся с Афин в аэропорт. Сейчас доберемся до аэропорта, сниму вам обзор по аэропорту, по Афинам. Там есть небольшой аутлет, магазины, ну там буквально 4, как я понял, поэтому посмотрим, что там есть. Багаж, он вот, 3 евро я заплатил, платите вы после того, как забираете.